мы прогуляемся с вами по осенним улицам замечательного города Радебиль, который расположен к северо-западу от Дрездена, на правом берегу реки Эльба. Этот саксонский город де Юре входит в район Майсен, а де-факто является пригородом столицы Саксонии Дрезден. Остановка трамвая, которую вы видели в начале фильма, и является так называемой границей между городами. Население этого милого городка составляет 33 434 человека, площадь 26 квадратных километров. Первое упоминание о Радебиле относится к началу 14-го столетия. После строительства в конце 19-го столетия железнодорожной станции, город стал бурно развиваться, присоединяя к своей территории близлежащие коммуны. Город является деловым центром для инновационных и высокопроизводительных компаний в области металлоконструкций, фармацевтики и химии, а также производства продуктов питания. Он уникальным образом сочетает в себе культуру вина, искусство и природу. Давайте с вами прогуляемся этим выходным осенним солнечным днем и познакомимся с этим удивительным, может и не таким уж и знаменитым, но милым и уютным саксонским городом.
Вдали мы видим строение. Это ресторан Шпицехаус и башня Бисмарка, также известная как колонна Бисмарка. Она является одной из 145 башен Бисмарка, которые до сих пор существуют в Германии в честь принца Отто фон Бисмарка. Башня была спроектирована Вильгельмом Крайсом и построена Альфредом Гроссе. Расположенный под ними ландшафт виноградников считается произведением ландшафтного и садового дизайна. Видите, впереди ремонт дорожного покрытия, поэтому свернем с центральной магистрали и войдем в центр города со стороны Эльбских лугов. Обратите внимание на ухоженность фермерских угодий. Практически ко всем полям в Германии имеется благоустроенный подъезд, поэтому потери урожая у фермеров минимизированы. Пришли к Фриденкирхе, церковь мира. Эта красивая евангелическо-лютеранская церковь знаменита тем, что в ней 27 августа 1645 года пастор Августин Пришор принял перемирие между саксонским курфюрстом Иоганном Георгом I и шведским генералом Ленартом Торстенсоном, которое положило конец 30-летней войне за Саксонию. Саксонский государственный центр политического просвещения совместно с библиотекой имени Карла Прюскера Гроссхёйна 8 лет назад признали церковь политическим объектом Саксонии. Thank you.
снова вышли на центральную магистраль города, где и хотим завершить свой небольшой фильм и попрощаться с вами, дорогие наши зрители. Мира вам и благополучия!